100 дней до старта саммита Большой Двадцатки в Ханчжоу. Жители города завершают последнее приготовление. Сегодня власти города организовали посвященное саммиту собрание. В нем приняли участие 5000 человек. Все они уверены в том, что Ханчжоу удастся провести мероприятие на высшем уровне. После собрания представители администрации города рассказали журналистам о ходе работ. Для Ханчжоу проведение саммита Большой Двадцатки – это возможность продемонстрировать достижения Китая в реформах и открытости, а также в модернизации. Мы также хотим показать красоту природы Ханчжоу, богатое историческое и культурное наследие города. Мы воспользуемся этой возможностью, чтобы сделать наш город лучше, показать его миру как современный международный центр.